замерзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бледные иуды. Стример. Не блогер, не стример. Наушники такие, как у блогера. Ну не важно, doesn't matter. Откуда будете, если не секрет? Понятно. О чем беседуете в рулетке? Может, вопрос у вас интересный есть? О чем мы рыба на базаре? Ну, есть вопросы какие-нибудь интересные? Будем базарить. А что? Почему нет? Для этого в чат рулетку выходим. Что означает надпись на вашем лазере? Это что ли? Или... На голове у вас кепочка. А, ну это, ну я понял. Это отделение Toronto Maple Leafs. Видите, вот. Это фирменный значок, а это типа они рекламируют свою продукцию. Ну, а, так вот, не продукция, а дочерняя компания. Да, кепочка, получается, рабочая? Да, рабочая. Это просто их фирменный знак? Да, да, да. Еще, может, какие-нибудь вопросы у вас есть? Давайте вспомним про детство. Давайте. Помните, было такое прекрасное время без мобильных телефонов? Ну, было, да. Как, ну, вы до друга приходили? Ну, приходил, нажимал звонок и... в квартиру и открывал, если дома. Если не дома, не открывал. У нас и закон не было. Все лежу. В окно стучать. Да. Да, все ли так. Ну а что, мобильный телефон это удобно. Никто же не заставляет им пользоваться. Не хочешь, не пользуйся. Некоторые до сих пор вот имеют только домашний телефон, мобильного не имеют. Сейчас таких мало, ну а лет 10 назад еще больше было. Еще менее, побольше было, в смысле. Все уже, я не знаю, даже у нас все пенсионеры, все верят. Ну это да, да, тут в... В отношении телефонизации прогресс хороший, да, прошел. Это точно. А вот в отношении, допустим, ну если взять вот интенсивность движения электричек в пригородах поездов, тогда было чаще ходили, чем сейчас. И по скорости даже тогда было чуть побыстрее. Сейчас похуже ходят. Тут иногда мне приходилось ехать из Донецка в Черкассы. Такой длинный путь. Мы, господи, был бы такой поезд, как в Китае, чтобы ехал 300 км в час. Сел 2 часа и дома. Ну, да, да, это да. Нет, ну я не говорю про скоростные, которые сейчас. Скоростные сейчас, конечно... Быстрее ходит, чем раньше. Если вот простая пригородная электричка, которая там со всеми остановками идет, она сейчас идет даже медленнее, чем шла там в 70-е годы, например. Ну, просто если график взять, посравнить, сравнить. У нас в Украине этот транспорт, это смотришь и слезы направляются. Это
да, до То есть, сих. это просто разруха. Да, Да, не, нет, ну ну я я вам вам скажу скажу как, как, вот вот даже даже в в Риге Риге бегают бегают еще еще советские советские электрички, электрички, они они просто просто их их отремонтировали, отремонтировали, а а капитальный капитальный ремонт ремонт прошли, прошли, они они сейчас сейчас новых новых не не делают. делают. А А как как делал делал рижский рижский завод завод ПРСР, ПРСР, у у них них до до сих сих пор пор эти эти бегают, бегают, они они только только их их под под капитальный капитальный ремонт. ремонт. Ну, Ну, был был я я в в таком таком городе, городе, как как Рига, Рига, да. да. Я вспоминаю, да, еще до сих пор такие мопеды ездят, как Рига. А. Да. Да. Нет, Нет, они они же, же, знаете, ну, ну, мопеды мопеды я я знаю, знаю, но но более более Рига Рига вот вот при пресса СР она она более более известна известна чем, чем, знаете? знаете? Со Со самой самой известной известной продукцией. продукцией. Рижской. Какая? Рижской. Рижской. Приемник Приемник ВЭФ ВЭФ с с короткими короткими волнами. волнами. Слышали? Слышали? ВЭФ-202 ВЭФ-202 или или 303, 303, я я ж ж не не помню. помню. Ну, Ну, который, который, по по которому... которому... Да, Да, который который лучше лучше всех всех ловил ловил западные западные голоса голоса из из всех всех остальных. остальных. Ну, Ну, потом потом это... это... И дизайн дизайн у у него него был был не не такой такой уж уж плохой. плохой. Не Не уступал уступал, тому тому же же General General Electric. Electric. Ну, Ну, конечно, конечно, уступал уступал японским, японским, но но американским американским не не уступал уступал приемником. приемником. Где-то Где-то так. так. Интересно, у кого-то хоть сохранился кассетный аудиоплеер? Кассетный Кассетный аудиоплеер. аудиоплеер. Если у вас Сейчас я... там... Сейчас, Сейчас, момент. момент. О! О! Кассетный Кассетный аудиоплеер. аудиоплеер. Ну, Ну, это это записи, записи, да. да. Сохранился, Сохранился, а а чё чё ж ж не не сохранится? сохранится? Незаменимая Незаменимая вещь. вещь. Незаменимая Незаменимая вещь. вещь. Я... А куда там кассета оставляется? Ну, Куда? куда? Вот Вот сюда. сюда. А. Я его беру, беру, он очень выгоден выгоден тем, тем, что что я его я его беру беру в в лодку лодку или или на на матрас, матрас, когда когда плаваю. плаваю. Если Если телефон телефон стрёмно стрёмно брать, брать, он он испортится. испортится. Или Или даже даже такой такой цифровой цифровой плеер, плеер, я я уже уже два два загубил. загубил. А А этот, этот, даже даже если если промокнет, промокнет, его его просушил, просушил, и и он он снова снова работает. работает. Или... Или... Или в в лодку. лодку. Нет, Нет, но но у у меня меня еще еще по по столе столе есть, есть, это это то, то, что что под под рукой. рукой. У У меня меня там там на на кухне кухне другой другой стоит. стоит. Он Он постарей постарей такой такой побольше. побольше. Я Я вот вот такие такие это это просто просто у у меня меня звук звук хороший. хороший. Я Я взял взял его его в в лодку лодку там, там не не боюсь, боюсь, что что он он промокнет. промокнет. А А вот вот телефон телефон стрёмно стрёмно брать. брать. Ну, есть, да. Но Но все все равно, равно, какой какой бы бы он он ни ни был, был, если если там, там, если если они они обещают, обещают, в в принципе, принципе, конечно, конечно, если если они они гарантировали, гарантировали, что что он он waterproof, waterproof, то то есть есть водонепроницаемый, водонепроницаемый, и и ты, ты, он он от от воды воды испортился, испортился, они они тебе тебе его его заменят. заменят. Это Это все все равно равно гимор, гимор, там там ты ты все все равно равно потеряешь потеряешь информацию информацию свою, свою, то то есть есть все все потом потом восстанавливать. восстанавливать. Так Так что что вот вот так. так. Ну Ну ладно, ладно, еще еще какие-нибудь какие-нибудь вопросы вопросы есть? есть? Ну Ну ладно, ладно, тогда тогда подпи. подпи. Я Я покупал покупал на на Амазоне. Амазоне. Как Как кто кто покупал? покупал? Да, 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 да. да. Ну Ну ладно, ладно, это это самое. самое. Я Я выложу выложу наш наш разговор разговор на на свой свой канал. канал. Дать Дать вам вам название название канала, канала, будете будете смотреть смотреть себя. себя. Ну, Ну, интересно. интересно. Интересно Интересно же, же, я я магнитофон магнитофон показывал, показывал, народу народу тоже тоже интересно. интересно. Вам Вам интересно интересно было, было, и и народу народу интересно интересно на на магнитофон магнитофон посмотреть. посмотреть. Ну Ну хорошо, хорошо, спасибо. спасибо. Ну... Ну...
России тяжела будет исповедь. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть они... Невира было. Невира была до до правительства, як казати. До уряду. Я не вірю уряду. Ні, я важніше. Ні, не згодні. Сильного зробить потужнішим, слабкого вб'є. І це закон природи. Це так. Ми можемо згодитись, а не згодитись. Це не має ніякого... ніякої різниці. Це буде ще унікальний вірус. Дуже, дуже successful. Ні. Удачний. Вдалий. Дуже вдалий вірус. Він не вбиває швидко. Його не можна почути довго, але ти вже являєшся... Масієм. Як? Носієм. Носієм? Носій. Носиш. А, ти вже носій цього вірусу, але ти ще не знаєш, що ти носій. Він суспішний. Не треба испытывать наше терпіння. На любой випад у нас є достойний ответ, вплоть до самих крайніх мер. И я хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой! Улица родная, и в небо дождь.